В этот понедельник губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией на Южном Урале. За минувшие сутки выявлено 45 новых случаев ковида, всего в регионе 413 случаев. Выписанных пациентов 47, на лечении находится 361 человек, на искусственной вентиляции легких 6 человек. Это в целом. Наибольшее внимание к ситуации в Златоусте. За вчера подтвердилось 16 человек. Всего больничный очаг в Златоусте составил 113 человек. 63 сотрудника больницы, в том числе 14 врачей и 50 пациентов. Они госпитализированы в большинстве своем в легком состоянии. Один тяжелый пациент на ИВЛ. С момента выявления очага в городской больнице Златоуста была проделана большая работа по его локализации. Был отработан первый и второй круг контактных заболевших. Работали бригады медиков и Роспотребнадзора из Челябинска и МИАСа. Всего было сделано 1233. Анализы на ковид всего в Златоусте с учетом всех случаев, включая контактных по больничному очагу, завозных случаев и их контактных, выявлен 161 инфицированный. Все с положительными результатами проходят лечение и изолированы. Всем, кто контактировал с больными, даже если у них отрицательный тест, предписано уйти на карантин, им выписаны постановления Роспотребнадзора, они проходят обязательную изоляцию дома. Им будет сделан повторный анализ на 10-12 день. За соблюдением режима изоляции обеспечен контроль со стороны администрации Златоуста и полиции.